замечательных домов, которые тут недавно построили, вот, хотят сносить много зданий. И раньше вот одна территория здесь была закрыта, вот. Сейчас вот смотрим, короче, ворота открыты на сквозняк, вот. Охраны нет, никого нету. Сейчас попробуем прогуляться по ней и посмотреть вообще, что здесь происходит. Вот. Ну, замочек вот здесь вот давно уже спиленный. Просто так вот бутафорский номер, короче, этот замочек висит. Дальше вот здесь вот сторожка сторожей, короче, была. Тоже все открыто, все разбито, расхреначено. Вот такая забавная штука. Никого тут нету. Кресло, обогреватели, счетчик. Тут тоже комнатушка. Все разбито. Вот здесь вот комнатушка. Диваны какие-то. Часы висят. Застопоренные. Ничего нету. Все разбито. Расколочено. Вот тут журналы какие-то. Журналы. Что здесь за журналы? Журнал учета проверок качества несения службы. Они все чистые. Журнал отчета результатов обхода. Чистые. Короче, они все чистые. Вот здесь вот еще есть проход какой-то. Куда он ведет? Не знаю. Ну, двор какой-то. Тут личные вещи вот какие-то накиданы. Инструмент кое-какой валяется. Зеркало от Жигулей. Антенна поломанная. О, вот здесь туалет у них был. Сюда срать ходили. Походу. О, еще один туалет. На улице. Здесь белье какое-то висело, походу. Вот там вот какая-то комнатушечка еще есть. Даже не знаю, с чем она тут. А, ну просто здесь какие-то батареи. Что-то такое тут. О. О, яблони, кстати, яблоки это валяются. О. Потом что здесь еще есть? Вот такой уличный туалет. Это в центре Москвы все происходит. И вот так вот брошенные склады. Непонятно, что там лежит, но все закрыто. Вот, вскрывать, конечно, не собираюсь. Не в моей компетенции это. Но вот замок висит. Все заварено. Здесь вот какая-то дырка. Кто-то тут пролазил. Вот там тоже какие-то. И причем эта территория, вот сколько я себя знаю, она всегда была закрыта. Вот тоже замочек висит. Вот. А что у нас там внутри-то? А внутри на самом деле пустота. Нет ничего. Ну, какие-то личные вещи там валяются, такие там, какие-то ящики. Ну, походу, тоже все пустое. Вот. Здесь вот даже уголком заварено. Здесь вот тоже уголком заварено. Какая территория-то на самом деле большая. О, а вот здесь склады открыты уже. Вон прям видно эти. Ворота открыты. Там вот ворота открыты. Там вот какие-то домики. И я вот повторюсь, это заброшка практически в центре Москвы. Вот так вот из себя представляет такой интересный объект. Здесь вообще все заросло. Мусор какой-то валяется. Мешки с какими-то тряпками сухими. Вот. И ходят как бы слухи, что вот из-за этих новых домов, скорее всего, данные сооружения и территории будут отобраны. Вот. И здесь будет проходить дорога. То ли Хорда, то ли еще как-то, которая будет дублировать МЦК. Вот. Идея, конечно, хорошая. Потому что, ну, сильно разгрузит, конечно, Москву. Но, с другой стороны, вот люди, допустим, имели собственность, да, и у них ее, бац, и отобрали. Как, в принципе, и все в нашей стране такое происходит.
Вот. Вот кому-то это надо, раз это все подбирали. Здесь вот тоже вот все заварено. Туалет вот такой вот стоит. Че, заглянем? Чистенький, новенький. Вот. Здесь вот будка. Тоже давно ее. Вот какие-то вещи валяются. Фары. Еще что-то. Опа. То тут тоже кто-то жил. Коврики лежат. Какие-то трубки. Ящик из-под инструмента. Здесь кого-то разводили. Монитор старый. Холодильник валялся. Тоже весь разбитый. Обувь какая-то. Горох. Рамка от картины. Ну и все, в принципе, что. Тут практически больше-то смотреть не на что. А, вот тут еще вот вагончик интересный, который на колесах. Ё-моё, здесь все сгнило вообще. Я просто иду и проваливаюсь. Иду и проваливаюсь. Что мы здесь видим? Видим мы здесь следующее. То ли курилка, то ли еще какая-то ерундастика. Вот. Ну что, вот лестница, она вся вот заросла. Да, подняться, чтобы посмотреть, что там внутри. Ну давайте сделаем так. Сапожки. Зеркало. Вот то, что диванчик, короче, был. Такой летний домик. Вот такую вещь хорошо куда-то на дачу. Можно было привести его в божеский вид. А так, тут смотреть-то не на что. Вот, ну, лампы здесь, конечно, которые в потолке торчат. Вот. Это вот, конечно, вещь хорошая. Ну, даже освещение не нужно. Вот оно все подсвечивается. Хорошо, и вентиляция есть. Вот. Тут даже турничок кто-то себе сделал. Походу, занимался на турничке. Подтягивался. Вот. Ну, а что, здесь, походу, охрана жила или еще кто-то. Ну, в общем, тренировались. Вот такое вот интересное. Дверь целая. То есть вагончик-то на самом деле старый, полуприцеп. Вот. Там еще вот чьи-то вагончики. Даже не знаю, к кому они относятся. Но там, я смотрю, камера стоит. Здесь-то нет ничего. Здесь пришло все в конкретный упадок. Да. Ну, что мы здесь видим? Много стеллажей. Лестница наверх идет. Ну, что-то здесь складировали. Да. Вот третий склад. Два колеса вижу от машины. Такое состояние. Вот, здесь уже железные стеллажи. Половина деревянных стеллажей. Второй этаж тоже есть. И все вот огорожено. Пленкой или чем-то. Отсюда что, пройти-то никак? А, вот отсюда, наверное, пройдем. Вроде дырка есть. Оп! Тоже стеллажи, второй этаж. Ничего нету. Все пусто. Здесь уже побольше помещение. Ну, тоже все разбито, разломано. Вот. Ну, досочки на самом деле хорошие. Так все поразобрать, если это все сносить будет. На дачу кому-то. Ух, милое дело. О, птички поют тут внутри. Пол, кстати, бетонный. Прям под погрузчик. Здесь что-то тяжелое лежало, потому что вот продавило пол. О, птички летают. Ковер тут смотанный. Нет тут ничего вообще. Все пусто вообще. Сейчас мы еще с вами вот там вот глянем. А, тут же лестница есть. Я думаю, что и там то же самое. Вот. Я это к тому, что, скорее всего, и красивый дом, который стоит там, его тоже, походу, снесут. Ну вот, здесь то же самое. Здесь что-то складировали, потому что точно так же сделан второй этаж. На какие-то отсеки сеткой рабицей разграничено. Ну, типа, там чья-то территория, здесь другого территория. Давно здесь никого не было. Вот. Ну, в остальные нет смысла, короче, ходить. Все одно и то же. Все однотипное.
Так что вот такие пироги. Вот построили здесь вот такие вот дома. И не исключено, что и на этом месте заброшенном будут стоять точно такие же дома. Ну, как говорится, поживем, увидим. Ой. Да, теперь вообще сомнений не остается, что это 100% просто отсюда все съехали. Уже нет смысла охранять. Ну, нечего тут охранять. Просто ничего. Так что вот такие вот дела. О, тут много ключей. От Жигулей, от Лад. Ну так фактически все. Все разбито. И вот этот красивый дом, который перед нами, его, скорее всего, тоже будут сносить. Ой, пока просто об этом не знают.